первых же секунд в бой. Начинающий спортсмен Александр Полушкин рассказывает, главное на ринге – контролировать себя и обязательно соперника. Это третий турнир по счету, сегодня боевая ничья. Я хочу стать чемпионом мира и стать тренером по боксу. Дорогие спортсмены, очень рады сегодня вас приветствовать здесь, в нашем зале. Приветствия и напутственные слова титулованных спортсменов для более чем 100 участников из Красногорска, Истры и Одинцова. Турнир по боксу среди юниоров в зале «Патриот» собрал ребят и девочек разных возрастов и с разным опытом. Сегодняшний турнир в основном организовали для того, чтобы дети, новички участвовали на соревнованиях, получили спортивный опыт, делали еще один шаг вперед, повысили спортивное мастерство. На соревнованиях тренеры волнуются не меньше детей. Основная работа по подготовке спортсменов проходит в зале. Тренеры высокой квалификации работают не только над техникой. По их мнению, психологический настрой не менее важен. С каждым спортсменом, у каждого ребенка, да, ну в данном случае, это очень индивидуально. Кому-то нужно просто сказать, чтобы он был там с собой, да, а кого-то наоборот там, да, подбодрить, похвалить, да, то, что он, у него все равно напомнить, что у него все получается и что он все равно молодец. Сегодня ребята проявили себя и свои спортивные навыки, получили возможность побороться за медали. Федерация бокса Одинцовского округа делает все возможное, чтобы как можно больше ребят увлечь умным видом спорта и, конечно же, воспитать новых чемпионов. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».